Вы понимаете, почему я каждый раз вот этот экран включаю? Я просто могу объяснить, чтобы вы поняли. Я катки выкладываю на YouTube и стараюсь просто в начале объяснить, что сейчас будет. То есть сейчас будет хепри, на котором я не умею играть. И тогда люди будут, когда смотреть, они увидят сначала меня, потом увидят заставку красивую, со звуком. Понимаешь? Потом увидят катку, и все будет четко, понимаешь? Понимаете, к чему я это делаю? Вы просто... Ну, чтобы вы не сгорели, типа, с этого. А потом, возможно, отпишутся, согласен. Я вообще не то купил из-за вас. Кайфово сейчас покатал, то-то... Запикать вулкан, все киллы состилил. Стилил все стаки, классно, пишу, что за... Стоп крайнг, люблю смайт. Так, ну что, скин. У него есть особая эмоция, да? Оу, щит. Вууу. Pleased to meet you. Блин, очень красивый. А мне нравки так играть. Ой-ой-ой, как же мы, смотри, покоцали. Да-да-да, я знаю. Брат, давай. Эй! Мы можем. Как же хорошо я коцаю. Нормально, мы нормально их подогнали. Лилуш, давай, у чувака ник Лилуш, кстати. Представляете? Так, все хорошо. Без скорости ребята остались. Это хорошо. Ты хочешь побить их? Поехали туда его. Понимаю, батюс, понимаю. Все. За такой первый килл ФБ и лайкусик надо ставить. Понимаете? Блин, если бы он не прыгнул. Я бы его поймал бы и выжучил в нолик. Здорово, Рейск. Рейск сосиска. Еще части контрит баху сопер. Да, контрит еще как. Ребят, сегодня на стриме будет розыгрыш двух ахпучей новых. Вот, чисто для вас. Потом еще будет через контакт розыгрыш ахпуча. И еще куча скинов. Я надеюсь, вам понравится, ребят. Не получился клип? Не знаю. Это потом посмотрю. Клипы, кстати, постятся в группу, как и ваши мемы, ребят. Вы стали мемы делать. Ну, точнее, один человек стал мемы делать. Очень спасибо ему за это большое. Кто делать будет мемы по тематике Смайта? Вот, я буду только рад вас видеть всех. Ну, ваши мемы. Я их буду постить, если они будут соблюдать правила сообщества, так сказать. Отдай скин, не дам. Разыграю. Один среди сабов сегодня, один среди зрителей. Вот кто не приходит на мои стримы, тот пропускает кучу розыгрышей, кстати. Кто только в контаче ловит розыгрыши. Брат, у тебя не будет работать твой скин сегодня, пока я буду тут. Хорошо, блин, чуть-чуть. Я хочу этого жука. Выглядит очень круто. Я им, правда, ни разу не играл. Без шуток, в смысле, говорю. Я не знаю, как так получилось, но я им ни разу не играл. Очень круто выглядит он. Я буду, короче, качать шарик. Прошлый ахпуч против меня. Жесть, как мне жёг, типа. Sorry. Он мне так жопу жёг своим этим шариком, что просто ужас. Кто не приходит на стрим, тот жучило. Да, вот именно вот этот жучило, вот этот вот хепри. Лё, какой красивый. Прям под оформлением моего чата. Ну, он умер. Просто так умер, кстати. Не знаю, зачем нужно было это делать. Ну, вот этот, да, скин. Я им ни разу не играл, просто Ивасик. Он очень круто выглядит.
Залип. Да, да, да. Он как будто в душу смотрит, когда смотришь, точнее, в этот в космос. Я прям смотрю в его спину и вижу все свои миллионы донатов и платных подписчиков. Ля. Ля какой. Вы должны все подписаться и поставить лайк. Сработало, че нет? Неа. В смысле неа? У меня хепри десятый. У тебя хепри десятый? Да бог тебе здоровья. Даниил, это ж капец вообще. Ну сейчас вы увидите, как я ульт буду кидать. Я думаю, вам не очень понравится. Плохо, плохо, плохо. Надо отдефать теперь. Что-то она мне урона вообще не нанесла, ля. Как у батюса дела? Ты даже не юзаешь это, лол. Ага. Крайне важный вард сейчас тут. Можно побыстрее чуть-чуть, вулкан? Кстати, кстати, кто мне скидывал этот мем а-ля с аниме, который... Типа то, что вражеский баф, там бла-бла. Я найти не могу, я хотел его в группу запостить и найти не могу, где он был вскинут. Клипы вы в реальном времени можете в Дискорд сразу кидать, как бы. Я их там увижу и все их увидят. Вот, а я буду выкладывать в группу только отборные клипчики. Слушай, не, Берсерк, не знаю. Если опыта много в конквесте, то можно идти нормально. Я даже не успел. Да дерись, ты не ссы. Я тебе дал все. Убить. Хорошо. У, кепри убил. Astronomical. Кто мне кидал мем прикольный про баф, вражеский баф, типа... И все такое. Кто это сделал? Киньте мне еще раз. Как игры сегодня? Ну, с переменным успехом. Нормально. Бах, вот здесь десятый, кабра десятый, гепа, фина и хепри все десятые. Даниил, ну тебе вообще нужно, я не знаю, памятник отдельный ставить. Блять, это очень круто на самом деле. В смысле без шуток, это очень круто. Non point now. Вы видели, как я тупо ультки? Ладно, я на самом деле сейчас исправлюсь, и все будет топово. А я буду кидать на таких вообще, на таких крополях ульты. Чтобы так неожиданно юзать, как бы. Ну, вы увидите, короче. Да я засейвился, нормально, брат, все нормально. Хепри, хепри, херпи. Херми. Меркульт? А, он уже юзнул ульт? Ну тогда это вообще лол. О, и миснул. Ай! А такой, такой, брат, я забайтил специально. Я же говорил, что специально. Как же было вкусно. Не, ну это топовый саппорт вообще, топовый саппорт. Вот что предыдущая катка с Бастет, она на YouTube попадет, что, скорее всего, и эта катка попадет на YouTube, потому что, ну, слишком сильно отыгрываю. Так, будет мне 50 монет? Никто ничего не пушит? Никто ничего не пушит, ладно. Не, я подожду, ладно. Я саппорт, мне могу просесть немножечко. Я обожаю за саппортов играть. Слушай, я, наверное, только в Overwatch люблю за саппортов играть, я не знаю, почему так сложилось. Раньше любил стрелять, типа за АДК играть и за всякие такие. Сейчас, подожди. Должны поставить лайк, подписаться. Иногда можно и задонатить стрим. Ладно, все. Я пытаюсь как бы вас за это, как бы, ну вы понимаете, да?
Не получается. Да что такое? Хепри, работай нормально, почему не получается? Ты забрал, брат, мой баф, что ли? Я, значит... Ой, как же... Ай, как же вкусно! Ну, посмотрите, что это за хепри. Ну, посмотри, что это за хепри. Ну, как? Ну, как? 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 Да я не договорил просто. Я говорю, я выбрал раньше игру за АДК из-за всяких дамагеров во всех ММО, что я играл. Но по факту, когда, типа, подрос уже, стал более взрослым, адекватным. Не стал адекватным ни разу. Я хотел играть больше за суппортов, короче. Не знаю, мне кажется, за суппортов интереснее играть. Голос не очень сексапильный. Голос не сексапильный. Жалко, что это стан. Что это руты, а не стан. Мы могли бы, алло. Да иди ко мне, я же не достаю до тебя. Не достаю, брат. А его никто и не бил, лол. Я понял. Ай, я все сделаю, брат, для тебя. Я убью всех, убегай. Я не умею ульты кидать, ребят. Но я, видите, как отыгрываю, как суппорт зато. Белона, брат. Я пытался. Вы же видели, что я пытался? Тупо жук говновоз. Свернул стрим на секунду, а тут такие звуки. Так не нужно сворачивать стрим. Не нужно стрим сворачивать для... Чат, вы помните? Вы помните, что нужно сделать. Блин, ну красивый, ну правда скин очень красивый, мне очень нравится. Буду вот так летать, чтобы экрана не было видно. За то, чтобы жук был на экране. За 500 часов смайта хватило только Белон до 8-го от них, как вы это делаете. Ну 500 часов это немного, ну вообще это нормально. Но у меня в доте, правда, больше, в которой я не играю. О, полтишо. Ты чё делаешь? Мой вардик, я хотел... Теха. Я думал, он миссник. Его не бьют, вот его не бьют. Дота 2500, хорош, хорош. Но у меня больше в любом случае. Смотри, у меня и в смайте больше получается. То есть у нас общее количество, у меня больше часов. Окей. Да нет. И он заявил все. Посмотри, что он делает. О, я мистнул всем, я нуп. До этого так топово отыграл, а сейчас что было? Ой, убьешь? Убьешь, красава, будешь? Хорош. Но у меня просто Steam показывает 3 чем-то тысяч часов смайте, Васик, понимаешь? Моя полтинничка. Так, пока все нормально, идем пока нормально. 2-1 на саппорте, как бы команда выигрывает, все нормально. Да я-то только за генг. Ловите его. Я понял.
Нет хилинг, окей. Окей. И это что было? Почему к нам не... Ну окей. Не знаю, странно. Странно, но они просто не хотят нам помогать. Не знаю зачем. Камзол, наверное. Не знаю пока. Посмотрим. Как же они врываются, господи. Я поймал, алло. Если жук поймал, то это все, Габелла. Помоги мне, помоги. Блин, я не успел даже шилд юзнуть из-за контроля. Какой камзол? Этот что ли, мингарский камзол? Если мингарский, то не буду. Мэмо Мико. Типа рогаликов, но... Не знаю. Я вообще все игры люблю. А, хорошо. Мистический. Межгалактический камзол. Да слушай, я не знаю. Уже, наверное, он мне уже, наверное, не нужен, знаешь, если честно. Этот камзол. У меня главное кулдаун есть сейчас, что пульт кидать, пока да мой любимый топовый ульт. Я же топовые ульты кидаю. А чё, никто не пошел со мной? А, вон, смотри, пошла. Мне кажется, для него уже позднякова, на самом-то деле. World of Fire Giant. Не умею кидать ульту на хе. Я вообще не могу кидать ульту на хе. Это нужно в самый последний момент. Ультанул себя. Так я знаю, я говорю, не успел. Я хотел дать сначала шилд, а потом успеть еще и ульт, если что, кинуть. Я взял с физдев с маной. С маной и с кулдауном. Понимаешь? Типа не чтобы мистикал мне тикал, а чтобы у меня было больше маны и больше кулдауна. Ты ж понимаешь? То есть я сделал для команды. Не просто так и сделал. Мне сейчас нужен макдев какой-нибудь или что-то такое. Не знаю. Бьем, бьем, бьем. Я чуть не умер, ля. Так, тихо, все нормально. Все нормально. Блин, я не знаю, будет он работать? Или уже перебор? Давайте попробуем, ладно. Мне главное много кулдаунов. Я должен по КД хватать, а по КД станить, по КД кидать ульт. Все, это все, что мне нужно для победы. Жесть, он как этот выехал. Ля на охоту. Блин, он его толкнул, я поэтому только не поймал. Спасибо, Александр, большое. В Питере погода вообще аномальная, я бы сказал. Как же я его застанил, господи. Вы бы видели это. Хорошо, хорошо. А ты не боись, Белона, не боись, я сказал. Да так, а так, я станчу, а так. Все нормально. Так, тихо.
Save yourself. Окей, все, все, все. Attack the Gold Fury. О, Фидер, в смысле? Алло, я же не умер. Я станчил. Я принял урон на себя. Да куда ты? Сук, не доставал. Ой, как же хорошо. Давай, убейте, убейте меня. Ну убей меня. Я помогу тебе, брат. Хорошо. Господи, чтоб... Это просто жесть какая-то. Я просто принял на себя все. Понимаете? Сука, это было так глупо на самом деле. Так глупо было жуком это делать. Ладно, вы лоу. Это вы лоу, а я жук. Не, не лоу никогда. Понял, Александр, понял. Ну, мои закупы на стражи лучше не брать. За основу я не умею стражами играть. Но иногда получается рофельно, а вот как эта катка. Тут вообще топово получается, знаешь. Так, что ему еще собрать такое? Чат, давай подсказывай. ХП надо купить. ХП, ХП. Блин, ничего не хочу из ХП. А что с ХП у меня? Да 2-300, нормально, как у воина. У воина. Много протектов хочу, много протектов. Суверенитет. Суверенитет. А чё, у тебя сирены бахают? В смысле? Подожди, у меня стрим идет. Никаких сирен. Так, ребята, все помним, да? В конце стрима сегодня у нас будет розыгрыш одного ахпуча среди всех зрителей и одного ахпуча среди платных зрителей, ребят. Так что... Так что я надеюсь, вы все останетесь и поддержите меня. Потому что рили было, не знаю, на катке с Бастед было 92 человека в пике. Охренеть. Сейчас 76 общее число. Очень много. Это вот два хпуча для Сэв. Хорошо. Вот это жесткий, да, Хепри? Согласитесь, жесткий Хепри. Ой-ой-ой. Было такое ультовать, конечно, в этого. Мне кажется, немножко неправильно. Calm down. Я не видел, я бы ультанул бы, но я не увидел, как бы. Держись, держись. Все нормально. Вытащил, вытащил его, алло. Что-то мы не можем их пропушить, алло. Странно, что мы не можем. Здорово, Реактивич, здорово. Что случилось у тебя? Что ужасно? Что такое, дядь? Ой, блин. Здорово, здорово, Меркурий. Лол. Но это был байт. Это не рука у меня чесалась, это был прям байт, если вы не поняли.
Я типа байчу, конечно, тут. Ну, я думаю, ты выдержишь, да? Рано, рано кинул. Умри, умри, лучше умри. Я не думал, что она столько выдержит урона, если честно. Очень плохой ульт был от меня сейчас. Но она правда очень много. То ли протектов у нее много. Она очень много урона выдержала. И я не думал, что она столько сможет. Если честно. Ди, красный. Надо на работу. Никакой работы, стрим. Чат, 84 человека снова, охренеть просто, что за день сегодня? В пике 92, а лайков 65, где мои 100 лайков, как обычно? Так. Кто-то сказал дизлайк, какой дизлайк, бля? Жесть, мне можно на базу не ходить? У меня столько отхила. Чтобы еще такого взять. Давайте, да, давайте суверенитет возьму, почему нет? У меня будет просто тьма протектов. Очень много аур всяких разных вкусных. Еще поставлю, только не диз, лё. Я еще реколоры вам в чат покидаю, ребят. Я еще реколоры вам в чат покидаю. Но если вы меня поддержите и останетесь до конца стрима вот таким вот хотя бы составом. Реально, потому что реально. Покажи Аполло. Ну не знаю, куда показать. В смысле вообще показать Аполло или билд его показать? Криты. Криты, лук опять разящий без промаха. Ну вы же понимаете, чат, Аполлон АДК. Соответственно, почему он хорошего от АДК жил? Потому что у него хороший саппорт. Диск поставлен. Осуждаю чат вообще. Так и знал, так и знал. Ой-ой-ой, я достал? Я достал до него! Пошел в жопу. Вот так, я сейчас умру. Я опять в чат посмотрел и ни одной обилки не прожал. Чат виноват, чат всегда виноват. У них очень сильный лейт, мы можем проиграть, понимаете? Я вообще не хочу эту катку проигрывать, чтобы вы понимали. Вот вообще не хочу эту катку проигрывать, ребят. Надо как-то выиграть. Мы вообще не... Конечно, чат руинит катки по кулдауну, а потом говорит, мы вообще не при делах. Хорошо, что он забрал. Отвернись. Ютуб. Смотришь, а сзади чат стоит. 68 лайков. Блин, пока до сотки не добьем, не будет розыгрышей, короче. А мы шо? Мы не шо? Конечно, мы не шо. Чат всегда не шо, а потом шо оказывается. Не, говоришь, не искал еще, если честно, массажиста, не искал. Очень хочу, но пока не искал, но уже настроен. На хепре не стоит же играть, если опыта не так уж и много. Там проблема только в ульте, на самом деле. Он элементарный страж, элементарный, но ульт вообще жесть. Танков добиваешь на дальней дистанции, да, это да. Ну 4-3. Как бы, по-моему, для Кепри, для самого, наверное, недамажнего, как бы, ну, по-моему, достойно, нет? Кали или Раванну? Кали бери. Она универсальная почти для всех режимов. И очень сильный лейт имеет по сравнению с Раванной. Кали топчик. Так вы же пишете, а я поворачиваюсь. Группа пай всех и пушьте мид. Окей, смотри. Ой. Блин, как там?
Я забыл, как группа будет, прикиньте, я никогда не юзаю эту команду. Они ФГ убили, только никому не говорите. ВВВГ, точно. Все, спасибо. Go mid. Пойдемте, пойдемте за мной. Идете? Кто я? Кого там подставил? Арахну подставил. Бывает, бывает. Понимаю, понимаю. У нас крипы там в миду стоят. А мы пытаемся... В чате, говорит, расходимся. На самом деле, смотрите, есть план либо продолжить по листоре проходить сейчас после кат... Ну, после каток... После некоторых каток. Либо идти Чернобыл Лайт смотреть. Ребят, как насчет Чернобыл Лайта? Я не могу... Вот, вы видели, что я сделал? Я все идеально сделал. Хорошо, хорошо. Тихо, тихо, пока там твоих побьют. Хорошо, хорошо, Чернобыль, Чернобыль. Говорят говно. Там говорят не говно, там говорят много диалогов и мало стрельбы, хотя все ждали стрельбу. Но есть предложуха посмотреть Чернобыль Лайт, ребят. Хорошо, вот это кепри. Ребят, но за такого кепри лайкусик, как бы, вы же понимаете, нужно и лайкусик поставить. И вот на последней заставочке, слева будет, короче, иконка, куда подписаться. Справа от полосочки будут другие видосики, которые нужно посмотреть. Ну, короче, топчик. Отличная катка, отличный топчик получился. Обнял всех, обнял, поцеловал.